орешки. Пожалуйста, Рокки! Это первые кадры документального фильма «Дороги» Анатолия Новикова. С самого начала играет песня «Смуглянка», наверное, самая известная из всех его композиций. Для съемок режиссер картины вместе со съемочной группой отправился в Скопин, на родину Анатолия Новикова. В фильме уникальные кадры из семейного архива композитора. Все эти видеофрагменты тщательно собирал и сортировал его правнук Григорий Петушков. Поэтому фильм полон эксклюзивных кадров. Как мы создавали это кино? Да с радостью. Вот на самом деле, знаете, есть фильмы, которые создаются на сопротивлении. Вот все против, да, вот и материала мало, и то, и все, и пятое-десятое. Здесь от первой секунды съемки до последней секунды монтажа была любовь. Потому что мы все любим эти песни, мы все ими восхищаемся, мы все на них выросли. Русская лирическая военная песня – событие уникальное, считает один из участников фильма, писатель Захар Прилепин. Такого явления не было ни у союзников, ни у врагов. Это те самые слова, которые можно, например, затянуть на привале, говорит писатель. Они полны жизни и энергии. В Рязань фильм привезли неспроста. Режиссер Павел Селин считает, что образ композитора Анатолия Новикова неотделим от родного города. Поэтому рязанцы и не сводят глаз с экрана, завороженно следя за непростой судьбой своего героя. Массовый зритель же может посмотреть документальное кино на телеканале «Культура» или в сети интернет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».